Прощай, Дима, я тебя не люблю. Все. Он меня променял на другую девушку. Она ему показала райд, и он за ней побежал. Парни, мы уже были, девушек мы себе нашли. А сейчас мы притронемся девушкой и посмотрим, найдем ли мы себе парня. Я сделала себе новый скин, я теперь девушка. Вот такая я красивая, модная чика. В общем, я буду искать себе парня. Конечно, не гоже девушке писать, кто хочет быть моим парнем, пиши я. Но что уже делать, ребята, так что мы будем искать себе парня в Adopt Me. Я хочу посмотреть, какой бы парень за мной ухаживал и что бы он мне дарил. Жду прямо здесь. Наверное, я возьму себе питомца. Буду летать на райд питомце и ждать, кто же ко мне подойдет. Встану и вот здесь ищу девушку, пиши я. О, ребята, тут как раз таки тот вариант, когда парень пишет я. Ребята, вот он пишет. Вот он челик, смотрите, какой он модный, какой он четкий. Привет, пошли ко мне. Что? Как сразу пошли к тебе? Я думала, мы пойдем гулять, Диман. А гулять? Мой дом супер. А в кафе в семью добавь. Ага, он мне говорит, давай в семью. О, ребята, это прям какой-то парень быстро активный. Он мне предлагает семью. Все, я в его семье, ребята. Я в Диманкиной семье теперь. Как-то ваша... Как-то необычно так. Вау, ничего себе, у него есть тачка. Ребята, он меня везет куда-то. Сейчас посмотрим. Я ему сказала, что я бы хотела еще куда-нибудь в кафе сходить. А, ну не знаю. Он меня послушал, не просто домой везти, конечно. Как-то странно было. Я буду сидеть и буду... Он будет ли он за мной ухаживать? Да, смотрите, он пошел делать мне пиццу. Боже, Дима, ты просто а мне пиццу. Дима, ты мне пиццу будешь приносить? Или ты хочешь, чтобы я тебе ее принесла? Я не пойму. Я хочу пиццу. Ждем, посмотрим, что, как он отреагирует. Он будет ли мне давать пиццу? Я думала, что он будет за мной ухаживать. Что? Дашь пчелу на минуту? Верну сердцем, дорогая. Ребята, вы поняли, да? Меня, то есть, тут уже меня разыгрывает. Я не смогу дать. Как-то странно. Он мне говорит, дай мне пчелку на минуту. И тогда прощай, Дима. Мы тогда не увидим нашу пчелку, не он. Я вернусь, я тебе не обману. Я говорю, нет, я пошла искать другого парня. Почему? Я верну, я пошла искать другого парня. Ребята, я от него убегаю, короче. Питомца у меня выманить? Нет, так не пойдет, ребята. Я ищу себе другого парня. Я не ожидала, что со мной так поступит. Я ухожу с ресторана, не знаю, придет он за мной или нет, ребята. Но это все не так. Я не хотела бы давать пчелку просто так. Как на минуту можно дать питомца, ребят? Это уже просто обман. Я не буду обманывать. И я ищу парня. Все, я ищу парня, я обиделась. Вот, так что, ребята, я вот так. Дима извиняется, говорит, что он не будет. Ладно, я ему обиделась, показала, что мне это не понравилось. Прости, он извиняется. Ну ладно, хорошо, хорошо, извиняешься, то окей. Ого, он мне говорит, пошли. Че? У него есть карета. Ребят, помните, я вам говорила, что у мальчиков, ну просто все очень много крутого. И он меня все-таки везет к себе домой, да? Сейчас посмотрим, куда он меня привезет. А то я уже распереживалась, думаю, что Дима меня просто хочет обмануть. Эй, тут кто-то пишет. У меня есть она. Ага, она предлагает. Все, я поняла. Будь моим парнем. А он говорит, у меня есть она. Ого, ребята. Она пишет, и чё? Эй, брось. Нет, и то. Спасибо, ребята, прикиньте. Он меня не бросает. Они говорят, бросай ее. Какой он классный, боже. Он меня снова привел в ресторан. Ребят, ну просто, просто сказочный, сказочный Дима. Она говорит, я дам тебе не он пэта. Отвали, он мой. Ребята, тут какой-то прям поворот необычный. Какая-то Карина хочет. Он говорит, нет, я дам райд и не он легу. Карина хочет у меня увести парня. Я, короче, реально какого-то Диму поймала. Прям классного. Дима, иди сюда, я тебе дам пиццу. Я теперь буду за тобой ухаживать. Я просто не знаю, ребята, тут какая-то Карина. Стой. Что, хорошо? Что? Смотри, она его, ребята, она его прям покупает. Че, зелье у нее? Ты будешь? О, меня что, бросают сейчас? Ребята, ты будешь? Что? Обалдеть, ребята, я сейчас в шоке. Что он хочет ей сказать? Ты будешь? О, господи, ребята, меня сейчас... Ну вот, я твоя девушка.
Ребята, прикиньте, она ему сказала, что он даст райд зелень, он питомца, и он меня кинул. Ребят, неужели он меня променял? Я бы ему дала флай. О боже, прощай, Дима, я тебя не люблю, все. Я расстроена, ребята, меня Дима кинул, просто кинул, он ушел к этой девочке. Она его завлекла райд зелень, мне он питомцами, ну все. Грусть, печалька, ребят. Так бывает, Дима оказался несерьезным, он меня променял на другую девушку, она ему показала райд, и он за ней побежал. Это очень грустно, так что, ребята, я надеюсь, что я найду нормального парня, который не променяет меня ни на кого. Будем искать, кто станет парнем. Ого, ребята, тут просто сразу пришел, добавил семью. Давайте мы ему напишем привет. Как тебя зовут? Фулбой, отличный парень. В общем, ребята, вот такой зеленый котик у нас. Гоу в мой ресторан. Гоу в мой ресторан. Он мне предлагает в ресторан. А, давай посмотрим, какой у него ресторан. У него есть тачка. Как я поняла, он, наверное, повар. Мы давайте будем с ним общаться. Ребята, это все-таки мэн мой. Вот просто крутой тачка. У него просто зачет. Розовая. Идем домой. Это его дом. Ничего себе. Starbucks кафе. Это как бы голливудский дом. О, май. Ничего себе. Ребята, он мне пригласил свой ресторан, изменил скин. Это уже что-то интересное. У него кафешка Starbucks. Мы заходим. Я, наверное, сяду вот сюда. Ничего себе, ребята, у него прям реальный Starbucks. Обалдеть. Ого, ребята, вот это мы зашли. Да, у меня парень ресторатор. Ты чем меня будешь кормить? Я пришла в ресторан и надеюсь, что он меня накормит. Или своих не кормят в ресторанах, а? Что заказываешь? Так, ну, я даже не знаю. Донаты буду. Буду донат. С чем? Я буду с шоколадом. Он несет мне шоколадный донат. Боже, да он идеальный парень. Привел домой накормить свою девушку едой. Обалдеть, ребята, просто. Я ему напишу, ты крейзи. Поймет ли он, что это я, Женяша, кушаю донатик. Куда пойдем? Сейчас мы узнаем, куда мы пойдем с ним тусить. Дашь пчелу? Он со мной за пчелы, ребята. Я, наверное, если бы пчелу бы не показала, наверное, бы ничего и не было. Год рейд. Ну, go. Ну, ладно, хорошо. Он меня просит рейд. Он мне предлагает флай панду свою. Я думала, мы встречаемся. А он питомцы трейдится только, да? Он согласен, ребята. Ну, мы поменяемся. Будет честный обмен. Я ему подам легендарную, правда, пингвина. А он мне флай панду. Ну, держи. Мы обменялись. И теперь у меня питомец флай Наруто. Я буду на нем летать, а ты будешь на пингвинчике летать. Полетели гулять. Он меня даже благодарит. Ребята, я, конечно, еще не хочу заканчивать общение, то есть из-за питомца только. Так что посмотрим, будет ли он со мной гулять или нет. Или мы поменяемся на том, что есть. Спасибо. Ребят, я не могу понять. Парень просто очень рад, что я с ним затрейдилась так и не пожалела своего легендарного питомца Флай. Наверное, я ему признаюсь. Я должна тебе признаться. Ребята, он говорит гоу, что-то гоу. Мне, кстати, понравилось с ним играть. Он все-таки меня позвал в свой ресторан, насмешил. А ты знаешь, Женяш? Сейчас мы у него узнаем, знает ли он Женяшку. Эх, жалко, у меня нет еще пэта. Он, наверное, меня не понимает, ребят. А, ну ладно, кулбой. Ребят, значит, мы не будем ему совсем признаваться, что мы Женяши и тому подобное. Но кинем ему трейд и сделаем еще небольшой подарок. Очень жалко, что Камиль ушел с сервера, я его не могу найти на сервере, так что я вам хочу сказать, мне он очень понравился, он реально кулбой, веселый ресторатор. Ну, конечно же, я ему хотела еще подарки подарить, он не совсем понял, что я именно Женяша, очень жаль. А мы пойдем еще искать себе парня и посмотрим, кого же мы найдем. Ищу парня, кто хочет стать парнем. Ребят, я облетела весь сервер в надежде, что я найду парня. Вау, вот, ребята, он говорит, я хочу. Ты хочешь быть моим парнем? Я, вау, ребята, да, я просто идеального парня нашла. Вау, привет, обалдеть, ребята, я нашла себе парня. Да и не просто парня, а с флай питомцев. Это очень круто. Я Кейт, крутое имя. Так, пошли ко мне. А, давайте я ему предложу, пошли в кемпинг, а то сразу домой как-то, ну, как-то странно сразу домой идти. Он согласился, так что, ребята, мы летим сейчас в кемпинг на другом питомце. Обалдеть, у него еще есть флай. Я нашла крутого парня.
парень должен комплименты первый делать, и я ему скажу: классный скин, как бы в игре, да, как-то странно сказать, что ты красивый, и не знаю, как ты выглядишь. Классный скин, вот оно, у тебя очень крутой скин, да, он сказал, что крутой скин, но сначала кое-что другое сказал, ребята. Хочешь подарок? Что? Ты хочешь мне подарить подарок? Да, хочу. А какой ты мне подаришь подарок? Сильно? Он спрашивает, сильно хочешь подарок? Но я уже смеюсь, потому что я уже чуть ли не подвох какой-то. Верно. И он мне предлагает трейд. Так, ребята, какой же он мне сделает подарок? Что? Короля пчел? Ты серьезно? Обалдеть, ребята. Ты что, серьезно, Рилли, мне делаешь подарок? Обалдеть! Он мне подарил это тебе. Просто шок. Спасибо, это просто нереально круто. Просто, он мне опять кидает рейд. Я просто в шоке. Обалдеть, он мне тачку дарит девушке своей. О боже, я в шоке. Ребята, это никакая не постанова, это реально все. Ты понравилась мне. Ребята, а представьте, когда он узнает, что я настоящая женяша. Спасибо, мне очень приятно. Ты, наверное, голоден? А он кушает маршмеллоу. Пошли в ресторан. Ага, пошли. Да давайте мы тоже ему покажем, что мы не бедненькие какие-нибудь там. Сяду на свою крутую тачку. Погнали просто на офигенской тачке. Мы сейчас едем в пиццерию, я его накормлю. Да, тачка, спасибо. Давайте, знаете, я ему напишу, хочешь подарю? Хочешь подарю? Реально, ребят, просто сейчас вот возьму и подарю, если он скажет хочу. Так что он пишет, что хочет, чтобы я ему тачку подарила. Да, ребята. Мне почему-то ему реально хочется подарить, потому что он взял мне легендарную, подарил. Так, ну что, хорошо, говорит. О боже мой, ребята, это просто карты сошлись, мы нашли друг друга и друг другу делаем подарок. Я ему дарю прямо сейчас вот эту крутую тачку, вот прямо она здесь, ребят, смотрите, вот здесь, и сейчас она перейдет к нему. Нашел себе девушку, девушка как бы богатая, не бедная она. Вау, круто, спасибо, он очень рад, ребята, ну теперь ты меня будешь катать на своей тачке. Мы прокатимся с ветерком. Он пошел мне пиццу делать. Ребята, вот это кавалер, вот это я понимаю. Он за мной ухаживает, делает мне пиццу. Обалдеть. О, ребята, он мне дал пиццу, боже. Это реально круто, очень круто. Мы прям нашли друг друга, он меня кормит, ухаживает за мной. Это реально приятно. Ребята, это просто шок. Что-что? Офигеть, мне девушка Лэмбо подарила. Он мне написал, что меня приглашают к себе домой. В общем, ребята, садимся сейчас, и мы едем к нему. Посмотрим, как же живет мой парень, так сказать. Это его дом. Обалдеть. Домик за 2500 баксов. А, вау. Что? Это его дом? Ребята, это вот мой дом. Обалдеть. Ребята, вот это дом крутого моего парня. Ребят, посмотрите, мне не надо... Обалдеть, вот это да, вау. О, ребята, у него тут пиццерия, у него тут все есть. Это очень классный пацанчик, он очень понравился. Кэти, я тебя целую, ну я пошел, у меня дела. Подожди, он меня целует. Подожди, мне нужно тебе кое-что сказать. Подожди, папа, ты куда? У нас уже тут целая семья. Окей, он говорит, окей. Ребята, я ему пишу, что я не Кэти. А кто? Ребята, сейчас будет просто шок. Ну, как бы я женяша. В смысле? Что? Так, я думал, ты обычная. Я знаю, что ты думал, что я обычная. Я знаю. Ну, как бы я женяша. Я посмотрю потом, окей. И хочу подарить тебе подарок. О, круто. Принимай трейд, кидай трейд. Ребята, капец. Я ему за то, что он такой классный. Я хочу ему реально классный подарок подарить. Ребят, ламбу я ему уже подарила, да? Я ему возвращаю назад его пчелку. Я ему подарю вот эту пчелу. Ребят, эту детку для него. Подарю флай зелье. Да ну, он, наверное, не верит, ребята. Но я сейчас ему кидаю трейд. Сейчас все свершится. Женяша топ! Ты топ. Самое понравилось, что когда он сказал, мне девушка подарила ламбу. Вот так. Это было реально ржака. Он нас благодарит, говорит, спасибо большое. Пожалуйста, я не знал, честно, я знаю, что ты не знал.
Ребята, а на этом видео мое заканчивается. Мне очень понравился эксперимент, мне понравилось знакомиться. Ребята, все классные. Если вы видите себя в видео, то обязательно напишите это в комментариях. Всем респект. Adopt Me реально очень классная игра. Здесь можно не только строить дома, но и заводить семью, расти деток, найти себе парня, подругу. Это очень реально классная социальная игра. Давайте на это видео наберется 10 тысяч лайков, и тогда я продолжу свой эксперимент. И если будет здесь 10 тысяч лайков на это видео, то, конечно же, я сниму продолжение в следующей серии, как я притворяюсь девушкой или парнем. В общем, ребята, всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на мой канал. Пока, кисули. Всем пока-пока-пока.